Я заказал салат с помидорами. Он так назывался. Мне принесли, это был обычный салат из свежих овощей. Там были огурец, помидоры, редис, лук, зелень. И я вдруг задумался, как-то несправедливо по отношению к другим овощам называть его салат с помидорами. И если уж я был удивлен, то перец, наверное, вообще охуел. Перец это как бы аристократ по отношению к помидорам. Он стоит гораздо дороже. Перец, наверное, думал, какого хера салат называется салат с помидорами? А как же я? Человек, который придумывал название для салата, явно как-то предвзято ко всем овощам относился. Какой-то явно помидорный фашизм. Почему вдруг надо называть салат с помидорами? Им обидно, другим овощам обидно, они высаживаются. Я эмоционально это чувствую. Я не могу из-за этого его есть салат нормально. Я чувствую, как другие овощи обиделись от этой несправедливости. И я их прекрасно понимаю. Почему обязательно, даже когда придумываешь просто название для овощного салата, нужно устроить диктатуру? Почему кого-то обязательно нужно втоптать в дерьмо, унизить, отнять все, овощную честь отнять, отнять судьбу, имя, лишить истории? Салат из разных свежих овощей мы назовем салат с помидорами. А редис вообще отправим в концлагерь. А сельдерей посадим на электрический стул. Да. Зачем ты селишь между овощами вражду? Если называть салат, где есть огурцы, салат с помидорами, то они слетят с катушек и начнут убивать все, что попадается им под руку. В общем, я не съел салат, потому что такая несправедливость, просто я не смог бы ее переварить. Меня бы вывернуло.